Глава 11. Смерть Джашанкира. Этот негодяй убежал со своими сторонниками, его случайно встретил наместник султана на охоте. Он был окружен, его сторонники бросились бежать, сам Джашанкир был схвачен. Его убили и похоронили в Курафе, и не помог ему его шейх Аль-Манбаджи. Книга Аль-Бидая ва Ан-Нихая, 2, 2133-2134. Издательство Бейт Аляф Караддавлия. Так закончилась история с преследованиями шейха Алислама ибн Тимии в вопросах вероубеждений. В дальнейшем именно эти вопросы не будут подниматься его противниками. Позднее будут разногласия в вопросе развода, посещения могилы и другое.